Исцеляющая медитация – это практика, которая помогает восстановить баланс и гармонию в организме, укрепить иммунную систему и уменьшить стресс. Ее главная цель – это достижение глубокого расслабления, которое позволяет нашему телу и уму зарядиться энергией и восстановиться после напряженного дня. Найдите тихое место, где вас никто не будет беспокоить. Сядьте на стул или на полу, удобно расположившись. Закройте глаза и сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы расслабиться. Сосредоточьте свое внимание на теле. Начните с головы и двигайтесь по телу вниз, обращая внимание на каждую часть тела. Визуализируйте на этом участке вашего тела зеленый свет. Дышите глубоко и расслабленно и представляйте, как зеленый свет медленно пронизывает эту часть тела. Позвольте себе чувствовать приятные ощущения. Можете произнести в мысли такие слова, как «Я здоров и сильный». Повторите этот процесс со всеми частями тела, начиная с лица и заканчивая ступнями. Оставшуюся часть времени просто сидите в тишине и медитируйте. Дышите глубоко и расслабленно, заканчивая медитацию.